Ну что, пацаны, камбэк. А перед началом я бы хотела сказать, что я не настолько ленивая котлетка, что делаю видео уже после месяца лета, а у меня были небольшие проблемы с техникой. Сейчас все вроде наладилось, и я могу спокойно для вас монтировать и записывать это видео скорее наоборот, но ничего страшного. В общем, лайк за старание и погнали. Всем привет, с вами Миля Блю. Я наконец-таки вернулась после долгого отсутствия. Мне не было примерно месяца 2-3 на канале. И я наконец-то вернулась. И вернулась не просто так, вернулась к CS 1.6. Блин, я скатилась. Это офигенное чувство. Вы просто представили на миг, как мне офигенно сейчас снимать для вас видео. Мы будем играть с вами в CS 1.6, потому что CSGO меня не тянет, а дальше я ничего не хочу. Я дикий рак, поэтому, пожалуйста, пожалуйста, меня не бейтесь, мое рычье, скажем так. Но я постараюсь играть во всю силу. Твою мать. Всё, ну вот что это такое здесь надо? А, это наш противник. Своим бью. Ну и ладно. Как будто кого-то это волнует. Так, уже тут мясцо. А, все? А, ну ок. А еще не поставил себе заглушку. Это боль. Пойдем на свое любимое место. Ага, вот они какие. Воу. Блин. Воу. Окей. Нет, так нет, начнем другую катку. Я, кстати, часто играю со спецназ, потому что больше я ни во что не могу играть. Террористы мне очень как-то, блин, фигово играть. Потому что если зайду с террористов, я начинаю теряться, а спецназ труднее. А еще я ору много. Shit. You piece of shit. Yeah, you piece of shit. Ну, чекни. О! Воу! Иди нафиг. Иди нафиг. Ну и ладно. Правда удобно. А. Ой. Блин. Извините. Я подумал, что заложник это наш противник. Есть, наконец-то, хоть один килл. Блин. Аж как-то обидно. Я ни одного килла не делаю, потому что я не могу так играть. Это слишком для меня хард. Я карту-то плохо знаю. Как меня вообще допустили до КС, я не знаю. Я, блин, сортелька. Все. Слишком сложно. О, о, ребятки, 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 ребятки. Surprise, motherfucker. Окей. So close, я выхожу из КС, сейчас что-нибудь другое придумаю. Эльфиева башня. И зи. Вот так она идет. Вот так она идет. Yeah. Curly hair. Утряшки. Типа вот так вот. Да. Кудряшки. Тент. Это палатка. Я помню, как ты ее рисовала. Изи. Пальма. Вот так вот. Ура. Радуга. Это самая легкая. Я его просто рисовала. И лицо. Так, так. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Будем играть в флеш и кастомы.
Проблемы твои войды приглашаю тебя твоих друзей на весенний бал. Инхонор. Рейлити, ну как всегда. Не, он больше угорает Спайк, он смотрите, какой он упорный, это просто. Господи, боже мой. Мне нравится их порисовка, мне нравится их стилистика, но это, по-моему, слишком. Все, игра зависла. Кажись, игра зависла. Окей. Да уж. О май гад. Я так раньше по ней рисовала. Они, походу, с моих рисунков брали стилистику. А, ну тут мы можем создать свою поняху. Конечно, не хочет мне порты прически, но я сейчас постараюсь чем создать, похоже на мою. Сюрприз, мадафак! Сила радуги Эпплджек. Допустим. А, опять ее делать надо. Серьезно, ну ладно, сделаю что-нибудь покруче. Поскакала, господи, боже мой. Itchy till I die, all these lolis call me Rubbing on her thighs, she stay wet for her Shawty so kawaii, it would die